Но, в принципе, со всеми проблемами справиться удалось «Северстали», даже несмотря на то, что приходилось привлекать совсем молодых ребят. Артем Назаркин, Тимофей Королев по одному матчу отыграли. В принципе, отыграли весьма неплохо. И 2-2 счет становится. Иван Емец благодарит своего партнера, который просто изумительную передачу на пустой угол сделал. Кто это? Андрей Алексеев был? Да, ну и давай скажем, что даже несмотря на два опасных момента, которые создали игроки автомобилиста, все-таки этот гол второй именно Череповчан назревал, потому что в целом этот период, конечно, проходит под их диктовку. Инициативу, конечно, «Северсталь» перехватила, да. Еще раз с вами смотрим. Вот здесь классный поперечный пас. И Емец касание замыкает эту передачу.